Кто лучше шьет, проверили в исправительной колонии номер 3. Там состоялся конкурс профессионального мастерства. Участники – осужденные женщины из 3-й и 7-й колонии и мужчины из 4-й и 5-й колонии, у которых есть официальная профессия швея. Каждое учреждение представило по 4 участника. Номинаций было несколько – технические и креативные. Задача последней – создать панно на тему «Зима-осень» из остатков различных тканей, фурнитуры и прикладных материалов с использованием швейного оборудования. Оценивалась скорость, техничность, аккуратность. Двое осужденных, показавших лучшие результаты выполнения технологического задания, получили сертификаты на право гарантированного трудоустройства после освобождения.